На тебе ассасин, ты покинула тело. Что-то ты устала, что ли? Я встала. Я первый раз, короче, хилила себя. Ну, не надо этого делать. Вообще на перебежке хилить не буду. А ты... ясно. Может, лучше СС на Войда повесить, чтобы... Я тоже вот сейчас так думаю. Побежали, побежали. Конечно, чисто в семантике. Не везет нам. Ну, я вот на вас смотрю, все, кто умирает, вы бежите, и постепенно вы на один шаг отстаете, на первой метке, на второй, и потом умираете.
А мне кажется, нам надо чуть-чуть дальше от него уводить, потому что он все равно уйдет. И мне неприятно смотреть, как люди помирают. У меня было там 10 000, я решила хинуться и пробежала дальше. А БР-1 хотя бы будет? Я был уже. Не, ну как он не перехватит? Не надо, давайте так добиваем. Второго не будет у него этого? Будет, конечно, если 40 секунд, еще через 40 секунд. Проще БР отдать и добить. Гарантированно. Да, он упасть может, но просто. Перебегаем, Зачем Махты встал? Блять. Ну ты что, серьезно? Нет, я думал, я встану здесь, короче, я оказался на его месте. Вообще даже об этом думать не надо было. Я такой еще подумал, надо встать после этой хуйни. Да. В принципе, успеете. Покорили, ух. Бальные туфельки выпали. Кегич, больные? Бальные. Бальные. Больные. Настя, пожалуйста, перестань хилить, когда мы бегаем. Хорошо. Надо, короче, подальше бегать, потому что там нас дома. Надо не подальше бегать. Надо подальше. Никто не... Ага. Да я нормально бегаю, блин. Да. Просто останавливаюсь, чтобы вас хильнуть. А вот ты не останавливайся. Да. Ты хиль на ходу, только моментальными хилками. Касты не нужно делать. Я думала, 0.8 успею. Ну, 0.8 должна успевать кастовать. Я кастую 1.2 и успеваю добежать. Как-то нерезко. Макс, из работы не принимайте близко к сердцу. Ребят, без убит, я вам помогу убить еще Лутхиба.
а потом пойду учиться. Хорошо? Там, думаю, одного ДД не стоит проблем найти. Хорош, Нейден. Жестко, жестко. Это кто говорит? Чек. Будем знать. Ну, у босса вы где? Сейчас интернет упал. Да, слышно раз, два, три? Да, слышу. Дэймкама, где ты там? Кучки стойте, пожалуйста. Thank you.
Живи, живи как-нибудь. И на ходу спору не разбивать, то это спора чуть долетела. Один приз будет именно. Сава, поставь бочку. Я уже ставил в начале. А, ну, тогда я все. Немного неправильно бьем босса. Забей. Получи.
Настя, ты уверена, что тебе не нужен этот посох? Я могу носить посох, во-первых. Меч и дробящие. Ну ладно, пойдем. Сколько сможем, потом пойду. Мы все сможем. Хотелось бы верить. Никому не нужен? Может, я прочек соберу? Ты в трех спеках будешь бегать, что ли? Делать нечего. Учитывая то, как она у всех этих двух играет, то не нужен нам прутик. Это нам целая пропасть. Но мне все равно ушло.
Юрикс, можешь? Я не услышал, что ты там сказала. Можешь каски раздать? Слушай, уходите, пожалуйста. Больше нужен. Я сапоги на Редрика заберу. Thank you.
Есть. И главное, кокон разбивай, и все. Магдаленко. Что за тварь, не пойму. А бабам не скидывается? Нельзя. Юр, давай вместе бить этих пауков. Они мне манну пополняют, зачем мне их кинуть? Типа она сбивает мне каст. Пропадает твоя МП. Когда побьем кокона. Да блин. Надо кому? Я до пыльную кладку не ролю. Или ее не ролят, типа надо так забрать. Чего? Ну это питомец, да, это? Клад. О, да. Рол, кучу. Что-то никогда ее не ролю, постоянно падаю. Нападаю?
Тяка сказал, хочу, и получил ее, я тоже хочу. Давай паролем. А все уже, все, я проюзал. Понятно. Подлинно. Пойду писать, что слезы алгалоны кидала. Согласен, я тоже напишу. Тупо кинули. Создал. Она нужна? Они, блядь, с единицем продают, блядь, тринкеты по 1000 голды. Пиздец, на питомца лук, кидают, ебать, вообще кончить. Где спина? Слава, вообще задизморалился, даже не хочет с ним разговаривать. Где моя спина, Слава? Или ты ее стащил? Тебя кинули, она лок уже. Во, какой паучок. Покажи, что вообще хоть за пет. Ну его, походу, мой главный пет под тать будет постоянно. Да, я вижу. Вот такое. Ну, пускай будет. Как трофей. Видите, крокодильчика. У вас такого нету. У тебя есть такой паук, как у меня? Нету, нафиг мне твой паук сдался. Вот и не надо. У тебя есть тяка такой ДПС, как у меня? У меня получше. Сейчас. Где мои спутники? Так, что у меня есть? О, Рагнарожек. А ты можешь шкаф поставить попозже? Да, сейчас. Не сейчас, сейчас скажу, когда поставлю. Где Слава, я тебя не вижу, сильно думаю. Тут нам нет. Ясно, надо мной пошутили. Кто на троице? Танк. Ну да. Я до тебя не дотягивалась, хотела кинуть бомб. Да ладно, его за паука можно не хилить больше. Правильно. Пусть паука хилит. Я сейчас больше вообще никому не дам. Ну к себе. А, ну и все, можешь не хилять, у меня СС есть. Панацея, чё ты не вижу? Кто с гильдии? Я еще давно с гильдии ушел. Я этот момент пустил. И он ливнулся. Уже как бы почти две недели прошло. Что это такое вообще? Очень громко он ушел. Да, кстати. Сложно было не узнать про то, что он ушел. Ну, как-то у меня получилось. Кто такой Панацея? Тоже не понимаю. Не, просто работаю много. Дай Рагнарошу. Так, захожу. Ты там. Интересно. Идите сюда. Дефучка. Ой, Рагнароша. Еще мы, очень. Мы с Кадыровым донатеры, так что... Нет, а меня... Все, пойду закину Янлям и получу Рагнарошу. Осуждаю донатера. Ну да, да, да. Все честно. Никогда не донатил. Не донатил. Осуждаю, не донатил. Ну, кто-то себе может донат на Сирусе позволить, а кто-то шавуху покупает. Ну вот я шавуху покупаю. А да, я шавуху покупаю тоже. О, Дюрокс, ты хилишь? Ты один справишься? Ну да, наверное. Шавуху вкуснее будет. Сейчас музыка включит. Шава эта тема. Особенно, если она еще гавкает или мяукает. Там это завтра на тоже утро согласен. Приду, это когда получается, в среду с утра. Напишите, пожалуйста, про приста Даркрай. Я книгу дала. Проверьте. Пиздел он или нет. Ну, там его заметку написать. Ой, да забудь про него, нафиг он нам сдался. В натуре кихнил нахуй с ним. Как ты его проверить-то можешь? В детекторе лжи. Че это было? Вагон. Ты должен на рендже стоять. Второй погру, вон. Ну, верните меня.
Да не надо. У тебя же СС есть, забей. СС был. Не, я не поставил его. Ну, так уж и быть. Вот что было. Валяйся. Где его тело? Не знаю, я Войт сходил с этим человеком в одной РЛК, и что-то сомнения у меня вызывают вообще правдивость его слов. Что его там кто-то обидел какими-то мужскими достоинствами, а потом еще и на 1000 голды обманули. Правильно, так надо с ним. Я немножко не в курсе, а кого наебал? Напишите ему заметки, наебали на 1000 голды. Ну, походу, хоть от Лилхаммера. Оставь ману, слава. Блин, поставьте почту, пожалуйста. Дюрк, сейчас. Да, нужно очень. Голда пришла. У меня нету почты. 1000, надеюсь. Да, 1000 пришло. Дюрекс Протел сейчас жалуется Войду на то, что мы с ним один РЛК не сходили. Ну и негодяи ж мы с тобой. Со мной вообще никто не ходит, хожу с пугами. Ну мы просто ходили в РЛК, и у Протеуса оставался один РЛК. Ой, да, РЛК получается называется. А у Пукича 3. Но ты они вообще не совпадали. Мы пошли с Пукичем. Ты ужасный человек, на самом деле. Я тебя разочаровываюсь в последнее время. Сколько до Гера у вас? Да, у него поэтому по ХП она. Нет, есть еще такая мини-берса. Опасно это дело, будет Фьюри в ПМ жаловаться, когда он стримит. Ага, так ты смотришь стрим? В тактике учишься. А почему опасно? Ну мог бы сразу в гильд-чат жаловаться. Прист, ты можешь гимн дать? Угу. Я бы тоже от гимна не отказался. Конечно, зачем вообще аркан магом ходить в эти рейды? Натуре арканы гимн говно. Простить. Я, блядь, в файре еще раньше вас высох. Я сколько, блядь, раз зарекался не идти в Аркане, блядь. Давайте во фросте ходите. Я могу спекнуться. Спекайся, да, час. Там больше всех ДПС. А у тебя в этом... Босс замедляется, что ли, от стрелы? У тебя там талант на 12% урон по замедленному и скованному увеличен. Это работает босса... вообще? Нет, это не работает. Нахуй ты 3 таланта потерял. Кто? Ты кому говоришь-то? Ну, магу. Тут 3 мага. Нет, это 2 аркана. Ой. И один... Один кадыров и 2 аркана. Да. Рамзан Ахматович, извините. Нет, Талфи Файер. Я про Талфи говорю. Ну, может, это просто луф в этом... Первая ссылка. Ладно, распалить. Ставьте шкаф всяку за звонем. Иди сразу с ним киньте. Всяка вагон у нас. Ну да, да. Что я потерял? Что ты говоришь, ты таланта? Ты мне вообще? Слава, 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 а Слава, твоего хила бьют, Слава, я бегу к тебе. Тихо, Настя. Ну, я бы путь. На их месте полностью убил этого хила. Спасибо большое. Сейчас снова сдохнешь. О, да, умру. Плакать. Эх. А я бы в РЛК, кстати, походил. Короче, а нет, зачем надо? Есть ивент, один раз на день пошел ивент и все.
Не, ну это для ленивых. Я ленивый. Понятно. Если хоть и вам советую. Лучше там скачайте себе FIFA, либо же чё, лигу, иго 5 на 5 играть. Знаю, давно не в эти синглы не играл. Последняя кстати, была... вот спутника призвала, самый топовый. Зови его спутник 5. Так, лутаем мобов. Опа. А если бы не я? Лутани что-нибудь нормально. Найс, лутаешь. А можно мне так шайм из кабанчика? Ну, не знаю. А ведь бывают же дурачки, которые потом кабанчиков убивают, истребляют. Я так и выбил. Я так его и выбил. На ну этих да, кабанчиках да. Можно первую десятку кагалды сделать. А десятку? Я на них 200к оформил за минут 4. Ой, да-да-да-да. Мои чё, первые деньги... Чё, не веришь? Мне тебе скрин скину? Ну, давай скрины. Давай сразу на форум. Ну, да, чтобы нерфили. Потом... Потом такие чуваки за месяц. О, три серебряника. Ты слышишь нас? Короче, будет на тебя дебаф вешаться. Ты должен больше его вынести с рейда, потому что он ауешит. И лучше его не выноси. Назад обычно выносит. Собственно, вся тактика. Смотри, он его вот так поведет по решетке, а ты за спину выноси, ничего не делал. И не диспель только. А, да, ничего не диспейнт. Вообще не диспейнт. Значит, тайм уберите. Маги, обновите МК. У нас присты нормальные бафы зажрали. На 30 минут дали тут какую-то фигню. Кто с магов на собаке закатит трэш соло? Аркан. Они в замедлении качали? Фрост. Протеус. Кек, Фрост. Да-да, мисс Клик, мой спек проверить, конечно. Протеус будет ретаунтить, он не сможет. Да, придумаем что-нибудь. Настя, погуляй. Чё я? Я раньше была аркан-магом, проверяю, что у нас за маги такие. Что не так? Я недопроверила. Не надо ничего проверить. Ой, это я спорила. Молодец. Минус кролл. Только на одну смотку. Сейчас сразу ГП давайте. О, хоть соточку. Где видел? Где у нас? Тяка, выбежал. Забери, пожалуйста. Талфи. Да зачем возле лужи становиться? Да, потому что хотел бы его прожать. Зачем вплотную к той луже подошел? Ты умер, потому что я диспелил, ты сдох. Да, зачем ты диспелил, блядь? Чтобы беги быстрее отсюда. Было. Вот, еще один в лужу бежит. Такого демоне. Трипл. Ууу, страйк просто. Беги, беги своими. Ты там стой, не бегай сюда, короче.
Соникс, беги назад. Клянкуйся. Только не вложу, только он не вложу. Он мог вонить за босс? Все, норм. Норм, стой, да. Все, иди сюда. К сожалению, я наношу очень мало урона. Маг. Можешь отойти, пожалуйста? Маг, блин, конись. Подлина, а? Там лужи, выбегай, выбегай. Да зачем? Глыб, ты беги. Ой. Дюркс. Затыкался. Нет, нет, это не он виноват. Маг. Да ёп. Сейчас. Блин, и все. Все, все, все. Чтобы достать. Уже третий раз там нет. На мне три подряд было, потому я не жалуюсь. Подбурст. Еще и подбурст. Не достаю. Добейте босса уже. О, так, сейчас приду. Я. Секундочку. Какие ножки! Какие штанишки. Тут как-то боерой 2000 выбор понял. Сейчас рукоять интересно. Яресно. Да. Неплохо, да? Как? А, фух. Слава, тебе нужны эти наручи? Ну да. А тебе зачем они? Я думаю, может кто-то на продажу. И продам. За неделю. А? Продам, если будет лучше. Ну, я тебе тогда дам. Чё там, все подбежали? Я файер поставил, качество. Рога, намажь яды, чтобы берсу снимать. И, Настя, ты похиль там танков, а я буду с магом тут бегать. Как скажешь. Слава, кажется. Ну что, ты вопрос поставил? Ты отнялся, когда беру? Нет, я не спрашиваю. А кто? Да, офиг пусть побьет. Ну, типа, не умеешь всех ДПС. Если что, поможем. Не, у меня меньше всех ДПС, а я пока ищу.
45 секунд. И так там Кадыров. Или кто это говорил? Да. Тут вообще пуха на хила падает? Да, с ласта. 213. Драгашка тебе. Кадыров, хочу спросить, у тебя прокает трение этот кузнечный жар или нет? Да. Блин, у меня что-то не помню. Не знаю. А, тут меч падает. Попробуй сумку засунуть и высунуть. 10 минут. Там дробяшка нормальная.